никогда не соглашайтесь с тем, что мат обезьян. Никогда не соглашайтесь. Не верьте даже самым умным, казалось бы, людям. Вот, значит, знаете, что вы родились от нормальных родителей. И мы, люди, рождены. И наши праотцы были не шимпанзе, а орангутанги, знаете, значит, и не человекоподобные. Ну, правда, сейчас уже вообще в современном научном мире теория Дарвина, она уже, ну, в принципе, уже считается устаревшей, потому что она не подтверждена до сих пор. Значит, и больше того, все факты сегодня говорят научные о кризисе этой теории, глубочайшем кризисе. Но теперь дарвинизм проложил дорогу определенную, протаранил дорогу. Теперь новые теории вдалбливают населению о том, что якобы инопланетяне нас заслали и прочее. Засланцы такие. Вот. Но опять-таки, лишь бы не Бог. А почему? Потому что если есть Бог, значит, есть ответственность. А если есть инопланетяне, то, ну, ладно, такие зеленые, значит, договоримся с ними. Вот, значит, но ни инопланетяне, ни обезьяны. Нет, не эволюция, нет, сам Бог он создал. И вот 5773 года тому назад наши прародители, да, они тогда, по-моему, совершили великую ошибку, к сожалению. И мы расхлебываем эту ошибку. Но Бог не был застигнут врасплох этим всем. Он все это прекрасно знал наперед. И он дал нам Спасителя Христа, Мессию и Иешуа. И поэтому слава Богу всем. Аминь. Аминь. Да, все, можно?